сама склонила. Да-да, обидно. Так. Всем огромный привет. Приехал только что с командировки с Чечни. И вот думаю найти себе девушку. С работой повезло, а с любовью не очень. Помогите. Спасибо, авторитет, спасибо большое. Надеюсь, командировка. Так, с работой повезло. Значит, что девочкам нужно? Рассказываю. Баловать их нужно. Вот, ну тут с работы повезло, тут наверное. И если с щедростью повезет, то все будет хорошо. Что еще нужно? Чтобы ты был умненький, наверное, и смешной. Авторитет, умеешь шутить? Конечно же, эта девочка выбрала. Но единственное, что ага, они сделали... Ага, шутить это... я умею с оружием в руке. Я ведь не шучу. Многие сторонятся таких, как я. Сейчас, подожди секундочку. И я потеряла мысль. Я потеряла мысль, когда про оружие услышала. Испугалась. Я. В мальчике же самое главное чувство юмора. Ты девочку рассмешишь, и она твоя уже. Потому что если девочка смеется над твоими шутками, это значит, либо ты смешной, либо ты ей нравишься. Как бы третьего быть не может. Спасибо, авторитет. И вы еще можете не читать. Я не читаю мои комментарии, не читаешь мои самые важные комментарии. Привет, мне не сказала. Фишка про шутки не мое. Я ведь в серьезных структурах работаю. А шутников про ствол я найду. А где в Москве живешь? Я вот сам с Волгограда, а живу 6 лет в Москве. Я сама из Питера и живу 5 лет в Москве. Та-дам! Спасибо, авторитет. На Западе. Я на Западе. Работа в серьезных структурах в первую очередь означает, что об этом не болтают на каждом углу. Но потом тебе отвечок. Хорошо. Уговорила. Я остаюсь. Так то я тоже живу на Славянке в ЗАО. Я очень буду признателен за знакомство. Ведь с моей работой очень сложно завести серьезные отношения. Тоже. В смысле тоже на Славянке? Я сказала? Я сказала, что у меня Славянка рядом? Что? Не мать не гони с сайтами знакомств. Я ведь серьезно. Туц-туц-туц. Я не шучу. Может, подружки есть одинокие. Познакомь. Авторитет, сколько тебе лет? Это очень важный вопрос. Сколько тебе лет? И у меня есть подруга. Очень красивая, очень гибкая. Какие-то есть. Мне 25. Рост 180 сантиметров. Сам с Волгограда. Живу в Москве. Работаю в МВД. Не курю. Но бывает выпиваю по праздникам. Грех. Потом могу скинуть ссылку в ВК. Понравлюсь, пусть напишет. Зачем тебе в 25 серьезные отношения, авторитет? Спасибо. Блин. Она старше тебя. Я рассчитывала на то, что тебе 30 плюс лет. Серьезный человек. Серьезно работаю в серьезной структуре. Серьезно шучу с серьезным оружием. Серьезно живу в серьезной Москве и серьезно хочу серьезных отношений. Шутка зашла. Я поняла шутку. Смешно. И просто мне как бы смеяться неудобно. Но смешно. Да. Я не могу. Блин, Ваня, не думал, нет, в Камеди Клабе выступать. Тебе бы зашло. Колбаса-то бы пызды, он найдет тебя. Спасибо, Иван Анатольевич, спасибо. Да. Блин. До сих пор смешно. И каждый говорит о себе, как хочет. Я не могу с ним говорить. Я не могу с колбасой разговаривать. Оня, о, слезы потекут сейчас. На центр поеду, посмотрю. Я как-то сидел в ресторане, когда выступали стендап-комики. Так что ну их нахер с их камеди-клабом. Они шутят еще хуже, чем ты. Бывают люди, которые шутят хуже, чем я? Ну ничего себе. Обалдеть. Это... самый дорогой комплимент, который я слышала от тебя когда-либо. Фух.
Серьезно, повторю. Ну, блин, ребят. Ой, видишь, как... Ой, ладно, все. Все потому что любят смех и веселье, никто не любит серьезность, по ходу дела, да? Угу. Но это не точно. Да, то точно. Окей. Меня это не смущает. Блин, я не могу играть. А шутника я найду, сука. Пошутил? Тихо! Напоминаю, 29. Работа машиной 2 шате. Квартира 2 шате. Дом 1 шате. Может, еще скоро разрожусь на квартиру. Так что... Я не могу. Спасибо, Артём. Кто бы пыздал? Я то мальчик. А она с тестняшкой... Что? Фух. Не то чтобы я хотела посмотреть на то, как они будут искать друг друга. Но блин, как же это ржачно. Мне кажется, у вас все-таки есть чувство юмора у обоих. И у колбасы, и у авторитета, который собирается тебя найти. Это же рофл? Это же рофл? Потому что если вы будете ругаться, тогда я найду вас быстрее. Угу. И вы видели мою бицуху? Не буду показывать бицуху, чтобы не пугать вас и не смущать. Но да, она есть. Колбаса, беги. Во мне 181 серьезный сантиметр и 78 серьезных килограммов. Серьезно работаю в галактическом спецназе. И меня серьезно хер найдешь, сука. Ага. Я бы не рекомендовала шутить с колбасой. Ходят слухи, что он любит еще кататься на лыжах и очень хорошо бегает. То чувство, когда ты бич киберспортсмен, а тут на стриме наравне с тобой серьезный галактический спецназ и МВДшники, которые всех находят. Вот оно, золотое общество. Мне самой страшно. Топовая шутка зашла, но не туда, сука. Я ведь найду тебя, щенок. В ВК добавься, поговорим. Не на публику играй, а встретимся, шутник. Ты серьезно? Авторитет, ты серьезно? То чувство, новый уровень срачиков и нахождения в интернетах, когда вы делаете это не в чате, когда вы... О, боже мой. Та-та-та-та. А тебе позволяет вам вот это говорить? Ну блин, чего вы налетели на парня? Чего вы налетели? Парень пришел с чистыми намерениями, авторитет. Пришел, правда, искать девушку. Вы порофлили. Нет, рофл красивый был. Я не спорю. Ух. Можно прям весь этот момент вырезать. Боже. Блин, Ваня, ты сделал, конечно, мой вечер. О, не могу. Я готов прийти на встречу с шутником, и ты будешь свидетелем нашей встречи. Все, прыщавые малолетки, только за монитором герои. Я поняла, что делает авторитет. Авторитет, знаете, что он делает? Он на самом деле это просто колбасу выманивает навстречу. Никто никому не будет бить лицо. Просто всем интересно, колбаса, ты прикинь, посмотреть на тебя. И вот он способ встретиться с тобой. М? Блин, по-моему, авторитет красиво делает. А, нашла за что зацепиться. Тебя ж по-другому не выманить. Ладно, я сижу. Нах. Не выезжаю иногда куда-то, потому что сижу дома, там стримлю, играю в танки или еще занимаюсь чем-нибудь. А тут смотри, реальное дело, тебя вызывают на стычку. Нужно честь не посрамить и выйти на стычку. М? Вань, что думаешь? Серьезно предлагаю серьезно решить серьезную задачу.
серьезно найти серьезного меня по серьезному динамическому API. И серьезно решить невыполнимую задачу. Серьезно вытащить Лусю на серьезную встречу. Я не могу. Блин, спасибо, голос. Много серьезных шуток. Очень серьезный стрим, очень серьезный чат, очень серьезные донаты, очень серьезное обсуждение, серьезное все. Потому что если ты не воспринимаешь жизнь серьезно, это вообще не серьезно. Серьезность и сила. Вот. Холодно, ноги замерзли. Но было очень клево. Нарежу колбасу на Парк Победы. Не обещаю, что весь вернется домой, но и балла сломаю. Зря шутканул не туда. Го, встретимся. Саканул? Почему так грубо? Блин, сейчас расскажу. Два дзюдоиста будут искать два придурка, которые хотят подраться, чтобы с ними подраться. Красиво, Дэдэнсэд, красиво. Извините за мой английский, шутки не зашли его. Я извиняюсь за свое поведение. Всем добра и хорошего вечернего настроения. Спасибо, авторитет, спасибо большое. Ну ничего страшного, шутки не зашли, кому нужно, тот посмеялся. Все хорошо, мир, любовь, ребята, мир, любовь. И все будет хорошо.